Всем привет, дорогие наши зрители, подписчики канала на YouTube. Да, итак, у нас сегодня 16 февраля. Время у нас сейчас 10 часов утра. Давайте топать быстрее. И мы сегодня, да, идем на турнир, к которому Илюша очень сильно готовился, который Илюша переживал, что не поправится вовремя. Владик, нам не туда, нам туда. Нам на 44-ю. Я это уже давно переживал. Да, переживал, когда болел, что вдруг не поправится к этому числу, а вдруг что-то будет не так. Поэтому для нас такой значимый день, для Илюши особенно. Уж заранее извиняемся, что у Аллоги будет футбол, потому что многим это не нравится, я знаю. Но много снимать не буду, самые такие ответственные моменты. На улице у нас все капает, все течет. И все ночью. Ночью, да, всю ночь вообще капала. Аккуратно держи ее. Ну и сейчас на улице вот лужи. И при этом очень скользко. Идешь как корова на льду, в прямом смысле этого слова. Что? Может быть, будет, если вы выиграете. Не будет, значит не будет. Но дело в том, что, конечно, это не подбешивает. Маленькие дети, получается, а турнир целый день. Вот мы сейчас едем 10 часов, грубо говоря, там, ну, приедем к 11 туда. И до 5 часов вечера, блин, это же вообще, то есть весь день просто провести на футболе. При этом... Ладно, только когда куда-то едешь, там, в другой город, это одно, там, когда с Владиком ездили, там, в другие города. А когда в Брянске... А мне очень трудно быть так. Ничего страшного, справишься. Ник, ну как ты... Ой! Вот как ты идешь? Иди сюда, где мы идем. Ты же видел? Ты что, я говорил про это? Так, ладно, все, отправляемся на маршрутку и увидимся уже там. Что вы расположились? Очень удобно на мишке. А? Давай, как бы так крепко уже покаталась. Видите, как попочка сухая какая. Пойдемте, пойдемте. Народу очень много здесь. И бассейн, и секции видно. Пошлите, пошлите. Вероника! Вот тут видно, что корявые. Что все справедливо. Да, что тут все справедливое. Ой, господи, мелочи наши игрушки. Ух ты, ёшка. Ну. Кричит, говорит, дочь, Динамо вперёд. Только вперёд. Не отвлекать его. У нас вторая игра подряд. Конечно, тяжеловато будет деткам. А проиграли они первую игру, к сожалению, с счетом 1-4. Эх, не удалось им дать люлей. Сразу же на второе поле вы вышли на вторую игру играть. Убью! Дать передышку, я думаю, потому что он первую игру полностью играл без, вообще надо, без отдыха. Не, надо передохнуть немножко. Он уже передохнул. Ага, нет. Не дали отдыха Илье. Ох, ну елки-палки, поехали. Ушел.
свое. Куда? От кого ушел? От наших? А ты не построился, ты же был. Домой, еще приехали домой, зашли по пути в магазин, купили только яблок, да, лапши сейчас детям отварю, потому что дома шаром покати, я имею в виду с первого, поэтому сейчас быстренько сварю лапшичку перекусить, хотя бы время уже у нас начало 5-го, 15, почти 25-го, короче. Вообще день прошел просто, пролетел. А, что хотелось бы сказать? Вот она, только ты опять о нас орешь, никто больше не орет. Сейчас буду кормить вас. Подождите, пожалуйста, все. Я сама еще пришла без сил, без рук, без ног. Турнир прошел, конечно, очень обидно. Илюша ужасно вообще расстроился. Просто до безумия, даже до слез. То, что они проиграли. Конечно, второй состав у них очень-очень слабый. Очень слабый. Вот буквально пару мальчиков можно отметить из второго состава, которые более-менее играют и вообще понимают, что они делают на поле. К сожалению. Конечно... Сейчас Илюша шел, прочитал, что вот я хочу играть в первом составе. Я говорю, Илья, говорю, все в твоих руках, все только в твоих руках. Если ты будешь биться, будешь добиваться своего, тогда все вперед и будешь играть в первом составе, получать медали. Потому что, конечно, пока на данный момент с их вторым составом добиться какого-то места, ну, реально нереально. В прямом смысле этого слова, потому что... Слабоват, ничего сказать нельзя. Илюшка, где ты? Илюшенька, все, я сказала, успокаиваемся. Мы вытираем наши слезы, мы успокаиваемся и будем идти вперед, добиваться, правильно, Илюшечка? Все, не расстраивайся, моя зайка. Я тебе сказала, что все будет хорошо. Так, ну что, у нас время 7 часов вечера уже. Я, ну, за это время пока покушали, а? Я убираюсь. Да, пока детки покушали, скажем, только пришли еще. Хорошо. Написано с днем города. Хорошо протирай, Илюша. Полностью хорошо протирай пыль. Господи, пока смонтировала влог с кобылой. Бросаешься. Пока пообщались с Илюшей, очень долгое время сидели, разговаривали по поводу футбола. Выясняли отношения. Объясняла все ему. Радули наши. Второе место занял. Герда, успокаивайся давай. И теперь мы переходим к уборке квартир. Не хочется завтра копаться, убираться. Свой день рождения, да. Поэтому решила сегодня сделать все заранее. Думала пораньше начать, но с папой пока проболтала. Но, правда, в это время посуду, по-моему, перемыла все. Чудовище! Не все, а тумбочки все. Стол весь протереть. Ты что? Подоконник протереть. Кто так протирает? Зеркала еще. Зеркала потом помою уже, когда я пропылесошу. Ладно, все. Ну, Владик, зачем ты вот это делаешь? Быстро из кровати убирай. Она больно кусается. Просто. А зачем ты ее дразнишь? Ты же сам выбесилась. Уходи отсюда. Уходи. Герда, это наглая Герда. Все. Все. Великая копия. Давай, Владик, неси сюда веник, выметайте вот эту грязь, которую пылесос не возьмет. Значит, сейчас пылесос опять здесь позабью. Вероника у нас убирается своей. Идите сюда. Что такое? Что такое? Что там случилось? Прикиньте, уже вечер, а свет еще в садике не включили. А что он должен включиться? Сегодня выходной день. Он по выходному включает. Ну, ты тогда охранник включает иногда свет.
Кстати, вот на камере, на многих говорили, что здесь свет кажется намного тусклее на камере, нежели на самом деле. Потому что я сейчас сама просто прошлась, камеру туда-сюда провела, и реально кажется намного тускло. На самом деле он светит намного ярче. Почему-то так на камере отображается непонятно. Ладно, все, мы убираем всю квартиру и будем по ходу действия вам снимать. Что ты, Герда, пришла? Что ты пришла помогать нам? Да, надо тебе идти помогать. Вот так вот. Уходи с дивана, быстро. Как вы поняли, мы уже начали убираться. И вопрос в том, то, что... вот почему-то я очень, я всегда убираюсь, там, мою полы, да, пылесошу квартиру, все углы могу пролезаю очень довольно часто. Но моя болезнь – это паутина, я про них вечно забываю. Вчера как глянула около окна, думаю, о боже, сколько там паутин, давай бегом это все убирать. Я постоянно во время уборки про паутины, я просто, ну я реально про них забываю. И поэтому сегодня перед тем, как начать убираться в квартире, первым делом, Герда, что я сделала, это пролезла сейчас все углы, сняла паутину. Зря ты туда смотрела. Зря? Лучше жить с паутиной, да? Нет, Ладик, так дело не пойдет. Поэтому сначала все убрали, а теперь вот... Теперь вот дальше продолжаем убираться. Вчера у нас Герда окрасилась белой. Ну что делаешь, Владик? Ты для чего дала тряпку? Ну, чтобы потел потолок. Чтобы здесь, где была лишняя. Точнее, где размазалась паутина, получается. У нее тебя весь седой. Давай. Владик, убирай. И протирай. Давай потолок, вон там, где окно. У нас тут идет уборка. Мама перемывает всю обувь. Хорошо, насухо протираете. А детки, Вероника носит, а мальчики у меня протирают все насухо. Все уже приносила, все. Да. Ну сейчас мама осталось. Только пока ничего не убирается, потому что буду одно убирать в одно место, другое в другое. Покончено у нас уже с уборкой. Владик покушал. На ужин с ним стала заморачиваться. Отварила просто макарон и сосиски детям, потому что некогда было готовить. Думала, еще мясо пожарить, потом не стала размораживать. Миш, пока разморозишь, пока пожаришь. Думаю, нафиг. Короче, решила обойтись сосисками. Владюш, идите гуляйте. Недолго, ладно, Запуль? Недолго. Илюшкин, а ты давай отправляйся в ванну. Давай бегом. Давай, скорее. Уже мыться пора. Ты сегодня не спавшая, Вероника не спавшая. Ну, нет. Вероника поспала чуть-чуть. Сидя в позе, непонятно кого. Пришел Сергей домой, уже с работы. Отработал. Да, и маме подарила розы. Сейчас я вам покажу. Там стоят в зале. Копающий. Ну, как обычно. Да, Сережа всегда дарит с вечера, ну, за день, да, чтобы... чтобы уже утром проснуться. Видите, цветочки стоят. И сейчас мы жарим. Придется вкусняшку с работы, да. С работы. Я из магазина, там на работе купил, рядом магазин большой, Мираторг. Купил мясо. Обалденные кусочки. Там скидка на них. Большая была. И такие куски я вообще первый раз вижу. Мы сейчас проверили, но не такие. Маленькие. Ой, новинку себе папа купил. Да, попробуй. Это альпенголь. Какао, бобы, карамель. Боже мой, это невероятно. Я даже не представляю, сколько ему прожариваться надо. Особенно за такую прожарку, которую я ем. Ну, я вообще не представляю, как он, сколько ему... Потому что я не могу есть, когда он с соком. Слава, наш загулялся. Нету? Не видно? А, вон он идет, ага. Идет, да, на сторону дома уже. Маленькие уже помылись наши. И готовы ко сну. Да? Да, готовы ко сну. У кошек ужин тоже. Что такое? А у меня здесь такая красота, 3 красных розы. У меня еще вот эти цветы, ну, конечно, до конца уже почти, видите, подвидают, осыпаются, но пока я их не выкидываю. И вот розочки, красота моя. Стоит в вазочке. Так, ну что, у нас время уже сегодня позднее, а сегодня поздно мы укладываемся спать, потому что сидели очень долгое время, обсуждали с детьми футбол, сегодняшний матч, который был, ну, сегодняшний турнир, который был у Ильюши, да. Вот, поверни нормально подушку, я прошу, убери вот эту вот часть.
А куда грамоту положить? Грамоту положить? А где она? Она лежит внизу. Нет, ее надо снизу убрать, иначе, иначе ее не будет. Да, естественно. Сейчас я уберу. Что там, мышка, тебе уже пристроилась? Спать, ушки, как обычно. Так, все, буду кладать детей спать бегом. На этом с вами прощаемся. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока-пока. Да, уже буквально скоро-скоро-скоро начнется завтра. Все, всем пока. Через несколько часов. Нет, меньше. Мы сегодня поздно ложимся спать. Уже почти 11. Все, всем пока.